Среди руководителей боевых операций под Москвой были генералы Жуков, Соколовский, Конев, Рокоссовский, Говоров, Болдин, Белов и другие военачальники. Ставка Верховного Главнокомандования заблаговременно подтянула резервы. Под Москву пришли сибиряки. Второе генеральное наступление гитлеровцев началось в середине ноября. Они прорвались туда, куда москвичи по воскресеньям ездили в пригородной электричке. Она уже видна, столица большевиков. И вдруг советские контрудары под Ростовом. Под Тихвином. Ростов наш. И неожиданно для врага Москва, сама Москва пошла в контрнаступление. Удар был хорошо подготовлен и точно рассчитан. И не было чуда. Была еще Лениным определенная закономерность. Победа в конечном счете обуславливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь. Не надломились, не пришли в отчаяние в трудные первые месяцы войны. Собрали силы и от самых ворот осажденной столицы отбросили покорителей 9 государств Европы. Вот что такое народ, ведомый Ленинской партией. Генерал-народ победил под Москвой. И никакие легенды о генерале Морозе никогда не умалят значения великой этой победы. На 150 на 250 километров отброшен был враг.